Наряд для Нового года в представлении большинства – это что-то далекое от скучности и простоты. Такую концепцию в модный показ воплотила в канун Нового года дизайнер Елена Головина. Праздничное дефиле получило название «Модный тренд 2017». И самыми яркими трендами этого сезона, я думаю, что будет искусственный мех, сочетание с натуральным шелком и шикарным кружевом. Это настолько модели могут быть потрясающими, даже без наличия натурального меха. Ни один показ сегодня не обходится без интерактивности и элементов шоу. На модном тренде модели показа не только добросовестно дефилировали, но даже пели, играли на инструментах, а также вели видеоблог. Мне очень нравится то, что в коллекциях Елены Головиной каждая женщина, независимо от своего статуса, возраста, социального положения, роста, каких-то иных параметров, она может найти что-то свое. То, что будет и в тренде в соответствии с модными тенденциями, и то, что подойдет именно ей в соответствии с ее предпочтениями, вкусами и особенностями фигуры. Елена Головина – это уже модельер, известный в городе, и мне кажется, что ее отличает то, что она не столько следует каким-то мировым трендам, сколько как-то продвигает вот свою линию, ориентированную на женственность, на красоту, на такую счастливую женщину. Вот глядя на этих моделей, мы всегда видим, насколько они светятся, насколько они живут в этих платьях, насколько это им нравится. Сегодня коллекции Елены Головиной, в том числе и модный тренд 2017, публикуются в «Глянце», героинями обложек которого становятся модницы города.